Здравствуйте! Еще один маленький ролик, ответ на вопрос пользователя на форуме. Вопрос, как можно, не запуская в производстве ничего, получить на изделие полный список инструмента по составу, по технологии, какой там нужен. Давайте покажу. Для примера возьму вот эти наши стандартные качельки из демонстрационной базы данных, на них продемонстрирую. Итак, выбираем изделие в базе данных. Ну, на него должна быть, если мы хотим что-то считать, построена заказная спецификация, то есть структура его, состав заведен, естественно, должны быть прописаны техпроцессы, ну, это, я думаю, понятно, исходная информация сама. Дальше, как собрать весь инструмент? Значит, есть вот такой режим расчет потребностей. При работе в производстве он, в частности, используется для формирования так называемых лимитных карт, то есть запросов на получение там чего-то на складе для производства. Но этот же режим, он может использоваться и просто для теоретического, скажем так, расчета, да, что нужно для того, чтобы изготовить что-нибудь. Например, вот эти вот детские качели. Встаем на них, нажимаем расчет потребности. Она спрашивает, что использовать в качестве исходных данных. Я говорю, вот это вот дерево изделие, вот, которое мы только что с вами смотрели. Соответственно, и получаем мы полный список, что вообще нужно. Тут и металл, и инструменты, и гайки, и все, что нужно для этих вот качелей. Соответственно, как нам из этого списка выдернуть только инструмент? Давайте воспользуемся такой возможностью, что здесь можно всю вот эту номенклатуру сгруппировать по папкам. По каким, а вот по тем, где что лежит. Да? То есть у нас вот труба тут лежит, лист вот тут, вот, соответственно, там инструмент. Вот здесь вот, и как вот у нас вот эта номенклатура здесь разложена, можно также ее и вот здесь вот в списке, что нужно на изделие, сгруппировать. Для этого нажимаю эту кнопочку. Так, она спрашивает, как, ну, как в основном у нас разложено, так и сгруппировать. И вот видите, появились колоночки, да, с названиями папки, где лежит вот эта номенклатура. Ну, и, собственно, здесь просто беру фильтр, ставлю, что мне нужно только инструмент. Все, получаю таким образом список инструментов на вот это вот мое изделие качели детской. Значит, что с ним можно делать? Ну, в Excel можно, например, сохранить. Можно на экране посмотреть, понятно. Можно вот так вот выделить, сказать, сохрани в Excel. Получаю то же самое, собственно, что у меня было на экране. Ну, колонки ненужные можно повыкидывать. И, собственно, вот список инструмента в Excel. И что-то с ним можно дальше поделать. Значит, ну, это один из вариантов. Значит, другой вариант, это можно настроить отчет. Задействовать механизм отчетов. Значит, здесь в чем смысл? Что без всяких дополнительных пассов я встаю на изделие, нажимаю расчет потребности. И если настроен отчет, например, который просто выводит только инструмент из этого списка, то я нажимаю здесь вот печать отчета, выбираю, какой мне нужен отчет, окей, и все, и получаю список инструментов в виде там распечатки. Ну, у меня, правда, сейчас готового такого отчета под рукой нет, но общий принцип. Давайте вот я возьму отчет, который просто все выводит здесь, что есть на экране. Выбираем, какой нам нужен отчет, получаем распечатку, грубо говоря. Ну, только здесь сейчас у меня и металл, и там, болты, и в том числе мой инструмент. Ну, соответственно, можно настроить при желании такой же шаблон отчета, назвать его только там перечень инструмента, на сюда вот там название изделия вывести. И настроить, чтобы он выводил только инструмент. И все, соответственно, будет работать точно так же. Открываете расчет потребности на изделие, нажимаете отчет, выбираете тут шаблон перечень инструмента, окей, и у вас получается в красивом печатном виде список инструмента на изделие. Ну, конечно, сам шаблон надо настроить, но это какие-то минимальные деньги, я думаю, будет стоить такая настройка. Все, на этом все. Вроде на вопрос ответил. Спасибо за внимание, надеюсь, будет полезно.